Всем привет! Здравствуйте! Доброго времени суток! Меня зовут Елена, моя фамилия Бурцева, и я, моя профессия сейчас и всегда, в принципе, заключалась в помощи людям. Для начала я наводила людям красоту, теперь я лечу их душу, и теперь вот решила обучиться на то, чтобы еще и тело их излечить, так как я сама слежу очень сильно за своей внешностью и посещаю всяких разных специалистов. Первый раз мануальный терапевт не внушил мне доверия, но после того, как я попала к Олегу, я увидела разницу, то, что это намного качественней, намного дешевле, и решила тоже помогать также людям. Вот. И еще такой приятный бонус – диплом, потому что сейчас не всем доверяют. Это, в принципе, такой в копилочку к моим тоже другим дипломам пойдет, будет прям очень хорошо его дополнять. И сегодня я немножко вкратце расскажу, как прошел сегодня сеанс обучения. Все было доступно, объяснено. И себе я подправила даже вот нос у меня был, вот здесь вот вмятинка. Мы подправили его, мне стало дышать легче. Также я сутулилась, мы это все убрали. И я прям вот летаю, я прям очень хорошо себя чувствую. У меня такая прям мини-эйфория, так сказать. И большая благодарность Олегу Гудвину, самый лучший учитель по мануальной терапии. Очень рекомендую. Всем спасибо.